Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика 6 класс» автора Мерзляк, Полунский и Кир под номером 787. Пользуясь диаграммой, на которой изображено процентное содержание соли в воде, некоторых морей, рисунок 74, установите, и у нас с вами три вопроса. Обратим внимание, что на рисунке 74 мы видим столбчатую диаграмму, которая показывает содержание соли в пяти морях. Название морей записано внизу, а содержание соли мы находим по высоте столбика диаграммы. Итак, первый вопрос. В каком из данных морей самая соленая вода? Находим самый высокий столбик диаграммы, и он соответствует Мертвому морю. Поэтому ответ будет в Мертвом море. Запишем. Второй вопрос. В каком из данных морей наименее соленая вода? Найдем самый низкий столбик, и он соответствует содержанию соли в Черном море. Поэтому запишем ответ в Черном море. И третий вопрос. В каком из морей, Средиземном или Красном, вода солонее? Обратим внимание, что нам нужно сравнить с вами высоту столбиков содержания соли в Средиземном и Красном море. И мы видим, что в Красном море столбик выше. Поэтому ответ будет в Красном море. Все, мы справились с вами с заданием. Прочитали диаграмму, ответили на вопросы. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.